Сегодня день рождения отмечает Радио 4. С 24-летием коллеги сегодня будет торт, будут поздравления от ведущих ЭТВ+, ну и, конечно же, концерт здесь, на крыше радиодома. Мы сейчас здесь находимся, группа «Лемон Трис» здесь настраивает свои инструменты, репетирует концерт в 2 часа. Мы будем транслировать его в прямом эфире «Радио 4». Также можно будет следить за картинкой на нашем интернет-сайте. Ну а, скажем так, в начале июня у нас уже будет готова замечательная картинка, смонтированный концерт, поскольку у нас будут работать профессиональные камеры. Погода сегодня позволяет поднять в небо дроны. Я надеюсь, что картинка будет удивительно хороша. Я надеюсь, что вы, коллеги, тоже будете заинтересованы показать это у себя в эфире. Многие из вас, друзья, сегодня наверняка отдыхали, также радовались солнечному дню и слушали праздничный эфир «Радио 4». И немало наших зрителей сегодня отпраздновали и день рождения «Радио Кокс», ровесника нашей четверки, которая также 1 мая отмечает день начала своего вещания под новым брендом. Хотели мы заглянуть и к ним в студию, но эстонские коллеги оказались изобретательнее. Сегодня они вещают в записи, а торжества провели накануне в Тарту вместе со студенческими днями и Вальпургиевой ночью. Так что с тортом мы нагрянули в прямой эфир великолепной четверки, что наверняка не осталось незамеченным слушателями. Этот нестроенный хор поет он в «Радио 4». Итак, друзья, наши коллеги с канала ЭТВ+, Анна Сапроненко, Андрей Титов, Елена Соломина и Александр Хоботов. Hello, друзья! Привет, с днем рождения! С праздником! С днем рождения! С праздником, привет! Да, ну первый вопрос Саше сразу. Саша, насколько часто слушаешь «Радио 4»? Какие ощущения? Во-первых, спасибо и за торт за большой. Я думал, ты спросишь, сколько килограммов в торте, хватит ли всем? 2,5. Я, в принципе, радио слушаю исключительно в автомобиле, поэтому по дороге на работу и по дороге обратно с работы домой я слушаю радио, «Радио Кокс», «Радио 4». Вообще стараюсь слушать только радиостанции ЕРР почему-то. Аня, как у вас обстановка с слушанием радио? Да, все время. Из-за того, что я все время еду куда-то, бесконечно еду, поэтому я все время слушаю радиостанции, да. Андрей Титов, может быть, несколько слов критики? Куда нам развиваться? Господи, ну ты прям сказал, это как приходишь к человеку на день рождения, он говорит, скажи, за что ты меня не любишь? Вот, что я тебе такого сделал, что ты ко мне приходишь каждый год на день рождения? Не буду я критиковать, развиваться всем всегда есть куда. Иногда бывают ошибки в ударениях делаете, иногда бывает забываете тексты, там путаетесь, иногда бывает музыка не очень нравится, которая в эфире звучит. Но вообще «Радио 4» самое хорошее радио, конечно, о чем тут говорить. С днем рождения, друзья! Я давний поклонник «Радио 4». И я помню «Радио 4» еще со времен своей школы. Я очень внимательно слушала всех актеров, которые читали книги. Том она заслушивалась. В «Радио 4» буквально сопровождает меня всю мою жизнь. Так что, ребята, молодцы, что вы работаете. Каналу «Энергия» отдельный привет. Тоже их слушала с большим любопытством и с большим вниманием. Так что развивайтесь, работайте. И успехов вам, конечно. 24 года вообще солидный срок. Я даже не вспомню других каких-то русскоязычных таких изданий и радиостанций, которым столько же много исполнилось, так что еще 50 как минимум. И дальше поговорим. Спасибо большое за эти поздравления. Привет передавайте главному редактору Дарье Сар, который сегодня за кадром. Мы тоже за вами следим, мы тоже смотрим ваши различные телевизионные проекты. И тоже слышите, как мы делаем ошибки в ударениях, забываем слова, запинаемся. Друзья, спасибо вам большое за ваши поздравления. Наши коллеги с канала ЭТВ+ в прямом эфире поздравляли «Радио 4» и слушали «С днем рождения». С днем рождения! «Радио 4» встречает полуюбилейный 25-й год своего существования на пороге обновлений. Многие из них уже заметны. Это и современные заставки, энергичная позитивная музыка. На очереди и новые радиопередачи и совместные проекты с нашим каналом. Будущим летом у вас, друзья, появится возможность не только услышать, но еще и увидеть мир глазами любимых радиоведущих «Радио 4» как в эфире, так и на веб-странице ЭТВ+. Но с таким началом 25-го года, как же вы будете следующую круглую дату встречать? Ну, так далеко мы пока не загадываем. Нужно пережить в хорошем смысле этого слова. Этот день, 24-й день рождения, мы очень благодарны Небесной канцелярии за то, что она прислушалась к нашим просьбам и обеспечила нас замечательной погодой, а, соответственно, и отличным солнечным настроением.